Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная прокачка на 9.9, и качать мы будем опять ракушку. У нас будет на обзорчик вот такой вот биги. Хочу, мой состав, я уже вам его показывал. Двоих я показывал. Вот составчик Bigfoot, мы его прокачаем на 9-ку. Именно с ракушкой для PvP локации. Поехали! Сейчас потестим его по локациям, как я это делал. И потом уже... Ой, отлично, попали вообще огонь. Так, сейчас нам надо так попасть, чтобы она... Смотрите. Вот что значит... Хороший Bigfoot. Так, кто там у нас? Гаргул против, да? Кстати, Гаргула, смотрите, практически добивает. И сейчас как раз посмотрим. Он должен еще и ушатать огнекрыло. Война краса, точнее, огнекрыло. Давай, Биги, тащи. Смотрите, накрас. Сам по себе бракушка убивается. Это пока 30%. То есть такой вариант мы сейчас тестим. Да, он не убивает, но посмотрите, как от него сливаются. Смотрите, какие обратки. Офигеть. Ну что, ты сольешь его или нет? Там у нас еще Анубис есть. И отлично есть. Смотрим дальше. Ну, я сейчас Анубис будет сам себя, по идее, убивать очень хорошо. Так, ну тут еще раз, смотрите, жесть просто. Ну, сейчас я к тебе еще раз приду. Блин, эти смертушки сейчас не дадут ему просто зарядиться. Давай, давай, бежи к огнику, говорю, огнику, вечно путаю, блин. Вот тоже... Офигеннейший вариант. Все, минус Некрос. До свидос. И больше никого у нас тут, к сожалению, нет. Всех ушатали. Поехали еще кого-то. Это 30% на срабатывание. Сороковка будет намного ярче. Так, давайте тут посмотрим. Отлично. Так, нас тут Ара заблокировал. Обидно. А, и вышел я зря, я поспешил. Конечно, у него живо стоит. Кстати, почему-то не блокируется так, как раньше. Странно очень. Так, смотрим. Вот там у нас стрелок. Вот смотрите на стрелка внимательно вот сюда. Все, стрелок просто сам минуснулся. Так, ну тут мы, скорее всего, хранителя убьемся сейчас, а может и нет, сейчас посмотрим. Да, видите, ушатали, хранитель включился, он просто сам себя убил. Так, окей, поехали на аренку, полезем. Нету пока хороших противников, к сожалению. Смотритель, конечно, у него станущий, но тут ничего не поделаешь. Ну, хотя тоже интересный вариант.
Вот Махатма есть, отлично, но нет, уже слабенький варик. Сейчас пойдем в забытые, надеюсь, кого-то найдем с топов. И уже там нападем. Так, хорошо. Тык-тык-тык. Создать команду. Вот он у меня стоит вместе. Седная, точнее, был. Так, ну давайте попробуем против такого же. К сожалению, не такой же. Я думал, там будет хотя бы минимум вторая эволюция, но... Ух ты, череп там разогнался. Так, ну-ка давайте против этого попробуем. Не, видите, нету. Вот, кстати, смотрю, под молчанкой сейчас даже если убивают, герой возрождается. Раньше такого не было, молчание и все, он умирал. А сейчас я что-то смотрю, все равно резается. Вот против него все, и посмотрите как. Даже тень сейчас сольется, если ударит. Смертушки тоже сливаются по чуть-чуть. Посмотрите. Супер. Так, хорошо. Вот, кстати, есть еще какой-то. Давайте на него нападем. И пойдем качать ему сразу же девятку. Вот, отлично. ПБшка. Ух ты. Посмотрите, как они офигенно сливаются. Супер. Ну что я могу вам сказать? Вы сами все видите. Это при том, что это восьмая ракуха. Так, тут я выйду. Сейчас на него попробуем еще раз напасть. Уже прокачаем девяточку. Так, максималка 9-9, 40%, поехали. Поехали. Так, что тут у нас огнекрыл? Рун, Фрейка, ну давайте. Ну Фрей, конечно, его ушатает, тут без вопросов. Тут вариантов особо у нас нет. По 300 тысяч бьет. Конечно. Ну, мы ее качаем не только против его, качаем не только против Фрей. Например, даже, ну, тут тоже его сольют сейчас на раз-два, но... Посмотрите на этого. Там смотритель, скорее всего, что ударил Будимена. Поехали попроще, раз ты поищем. Без Фрей. Так, стрелок, огник. Ой, та ты что? Прям мега удача. Смотрим. Да блин, зачем мне ваша Фрея? Запарили вы уже с Фреями. Посмотрите, Накрас просто улетел. Фрея, ну, нереально просто его убить, ее точнее убить. Так, такс, стрелок, хранитель, Фрея тоже есть, ну надеюсь я сейчас по ней не попаду хотя бы.
А посмотрите, как герои. Это же вражеский Бигфут. Проседает стрелок, офигенно просел. Стрелок вообще себя лучше там. Отлично. Так, хорошая, блин, Раста, но опять же Фрея. Она мне очень мешает. Блин, ее как раз смотритель бьет. Но посмотрите, как срабатывает офигенно просто. Сейчас просто Фрей опять занёт разок. Просто офигенно. Это 12-е скиллы, ребята. Это обычный Бигфут. Она как раз просто даст видос. Опять активировали, блин. Она у него, кстати, не сильно так и бьет. Плюс она еще дополнительно из-за этого сливаться будет. Братка тоже по ней хорошо идет, видите? Сейчас дальше самое интересное будет. Конечно, блин, на Огника, если Фрея ударить, бить будет, то... Смотрим. Сейчас опять от Фрей, блин, прилетит. Так, ну вроде остановилась, но... Так, отлично. Ну, смотрим. Посмотрите, наполовину уже просел. Офигеть. Если будет три таких героя, Огнекрыл, по сути, себя сольет. Опять зависло, не выдерживает, не выдерживает просто. В общем, что я могу вам сказать, ребят? Да, на девятке ракушка будет довольно-таки интересно в PvP локациях, и мы к этому идем. На следующей неделе у нас уже будет атака фортов, и там я уже полноценно смогу затестировать все, что я здесь делаю. Так. И поехали забытую. Попробуем там еще раз против той пачки. Вот посмотрите, вторые эволюции. Просто бешено. Офигеть. Так, ну давайте еще против этого тестанем. В общем, не знаю, мне очень нравится. Так, ну тут у нас Фрея. Смотрим. Нули, кстати, проскакивает довольно-таки часто, срабатывает офигенно. Да давай шатай Фрею. Жесть, ребят. Даст видос Фрея. Кто здесь? Так вот, не знаю, мне нравится. Пишите в комментах, кого следующим прокачать. Видео вот такой вот у нас получился. Анубиса надо будет еще затестить, ворожея докачать. И у нас будет
лиловая пачка. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.